Про таких людей часто говорят, что они не от мира сего из-за склонности к фантазиям и душевной доброте. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Эти люди обладают творческими способностями, любят неожиданности и нестандартные ситуации, которые привыкли решать с помощью логики. Они могут работать в любой сфере, если их заинтересует профессия. Я сегодня не такой, как вчера. Вот девиз человека, обладающего буквой Т. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Жизнь сулит таким людям много испытаний, но врожденный здравый смысл и позитивный настрой помогают им довольно легко переживать невзгоды. Эти люди – выдающиеся организаторы и обладают большим количеством внутренней энергии и жизненного оптимизма. Кроме того, звук «Е» придает обаяние и простоту. Люди с буквой «Т» в имени отличаются страстью и пламенной натурой. Интуитивная, чувствительная, творческая личность, искатель правды, не всегда соразмеряющий желания и возможности. Символом этого имени является планета Сатурн. Буква «С» в имени говорит прежде всего о стремлении к стабильности и материальной обеспеченности. Бывают достаточно щедрыми и используют деньги в качестве средства, чтобы достичь определенных целей. Буква «Е» в этом имени символизирует потребность самовыражения в обмене идеями, а также дипломатические способности, проницательности и некоторой болтливости. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь пустую, а найти свое истинное назначение. В этом имени звук «В» не создает неприятных ассоциаций и универсален в плане сочетания с другими звуками. Буква «Е» придает характеру сразу две особенности – бесхитростность и стремление к власти. Если преобладали властолюбивые помыслы этих людей, то они видны сразу невооруженным глазом. Потребность к самовыражению, обмену идеями, склонность выступать в роли посредника, проницательность – вот главные принципы этого имени. В значение буквы говорит о коммуникабельности, умении жить в гармонии с природой и людьми, но и о некоторой ленности. Имеют отличное логическое мышление, а в жизни привыкли добиваться всего трудолюбием и старанием. Бывает, что обладатели буквы В в этом имени являются романтическими натурами, они способны быстро установить контакт с людьми, прекрасно разбираются в философии и психологии. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.